Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Желаю всем удачи. Подпишитесь на канал Технобар Плюс в YouTube, в Telegram. Желаю приятного просмотра видео. Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. И сегодня, внимание, друзья, у нас эксклюзивное видео. Эксклюзивное, друзья, видео. Это не просто так. Я приобрел наконец-то себе классные часы датской фирмы Skagen. Производство Дания, друзья. Давно я хотел, вы знаете, выбирал часы. Кто знает, из моих постоянных подписчиков я приобретаю, да, себе периодически какие-то часы, дорогие, недорогие. Все это у меня на канале есть, друзья. И сегодня я, кстати, вам еще хотел бы сразу же продемонстрировать, какие у меня часы еще есть в наличии. Но это не все, но мы будем как бы и их сравнивать после, в следующих видео, друзья. Вот такие еще есть у меня часы от компании Biden и Poedegar. Кто не видел распаковочку, друзья, обязательно посмотрите. Там очень интересно. Я рассказываю о тех часах. Обязательно подпишитесь на канал Технобар Плюс в Telegram, ссылочки в описании под данным видео, и в YouTube. Как-то так, друзья, наконец-то я приобрел себе дельную вещь, как говорится, качественную вещь. Сейчас я эти часы хочу еще как бы немножечко натереть, протереть, да. Это бренд Skagen. Бренд Skagen — это довольно-таки старый бренд датский, который занимается данными часовыми механизмами, да. А здесь у нас, напомню, часы с автоподзаводом в формате скелетон, как видите, друзья. Здесь идет, светятся метки, вернее, сами стрелки только светятся под фосфоровым напылением. С фосфоровым напылением. А метки здесь ни одни не светятся, то есть такого ничего нет. Здесь однозначно, друзья, я могу сказать. А светятся лишь стрелочки, и то только часовая и минутная. Секундная, как вы видите, стрелочка, она не светится. Друзья, что могу сказать? Как видите, давайте сделаем немножечко, наверное, зум, дабы вам было интереснее смотреть, что здесь за механизм. Как видите, здесь механизм у нас, собственно говоря, с автоподзаводом. То есть на той стороне у нас ротор идет, который при ношении часов вы рукой как бы делаете движение. И, собственно говоря, ротор заводит эти часы. То есть они с автоподзаводом, друзья. Обратите внимание на этот механизм. Все сделано очень красиво, очень точно. И вот, кстати, я не знаю, видно вам или нет. Сзади этот ротор. Видите, да? То есть я его сюда убрал. И сейчас он... Вот он таким вот образом у нас. Обычно, вы знаете, часы делают с прозрачным ротором, с прозрачной задней крышкой. Но тут не тот случай. Модель, как вы видите, вот какая. Мильбай. 5 атмосфер у них водозащита. Ну, довольно-таки интересный вариант, я считаю, друзья. Посмотрите, толщина. Давайте сразу же измерим, сразу же, как у нас все это дело по размерам. Часы у нас диаметр 43 миллиметра. Это по диагонали. И вот так от самого, получается, ремешка, это у нас идет 46 миллиметров. Вот как-то так. Друзья, ну, что хочу сказать. Здесь идет у нас крепление ремешка не классическое, на таких от саморезиках.
заводная головка. Здесь указана только 12-часовая дата, 12-часовая метка и 6-часовая метка. Все остальные промежуточные. Указаны минутные метки. То есть 5 минут, 10 минут и так далее до 60 минут. Вот как-то так. И секундные получается. Вернее, да, это все, друзья, минутные метки, прошу прощения. Числа, к сожалению, дня недели там или что-то в этом роде, ничего такого нет. Стекло здесь не сапфировое, поэтому это, конечно, жаль, но тем не менее, друзья. А здесь у нас что еще находится? Смотрите, название самой компании Skagen, Denmark. Как видите, вот здесь сейчас очень хорошо видно, да. Сам ремешок у нас вот такое идет, миланское плетение. То есть очень приятный ремешок, как бы гипоаллергенный. Это металлический ремешок. Видите, да? Вот таким вот образом это все выглядит. И здесь также. Регулируется, друзья, видите, название бренда Skagen. Здесь лазером выжжено. Регулируется по длине ремешок, по застежке, вот таким вот образом. Я эти часы, друзья, приобрел за, вот модель, кстати, я так понимаю, либо ремешка, либо часов, скорее всего ремешка. Видите метки, на которых закрепляется ремешок. Я их приобрел, друзья, за 300 евро. 300 евро, друзья, стоят данные часы. Много это или мало? Вы уже как бы можете сами. Это я их приобрел, ну практически новые, буквально месяц ношения я приобрел их у человека. Вот так они выглядят, друзья. Компания Skagen. Скелетон, как видите, то есть виден внутренний механизм. Половина шестереночек, такое впечатление, как золотые, половина как нержавеечка идет у нас. Сейчас я поднесу ближе к микрофону часы, чтобы вы послушали, как они идут. Я надеюсь, вы услышали, друзья. Теперь пришло время данные часы примерить. На левой руке я ношу часы. Я уже под них специально подобрал размер ремешка, то бишь выставил его под себя. Можно точно выставить. Все легко и просто застегивается. И вот так это выглядит, друзья. Вот так это все выглядит. Довольно все круто. С браслетами смотрится, кстати, классно. Обратите внимание. Бренд Skagen. Необычное исполнение, друзья. И часы как раз под мое запястье. Как-то так. Очень красивые. Очень красивые, друзья. Да, это не Швейцария, но датская фирма, на которую я давно также положил глаз. Сейчас я их немножечко протру, натру. Единственное, что они, конечно, видите, заляпываются. Заляпываются, потому что и черные. Так, вот протер. Класс. На черном фоне все видно, как заляпывается. Но, друзья, это их не портит, я вам так скажу. Мне нравится очень. А нравится ли вам, друзья? Напишите в комментариях. Я буду вас там ждать в Телеграме и в YouTube под данным видео. Желаю всем удачи, друзья. Как обычно, всех обнял.